Всем привет! Меня зовут Роман Ирисов. Участвую в проекте «Декамерон», проект блоковского репортера. Проект подразумевает рассказ каких-то смешных историй из жизни. Сидим дома, делимся историями. Вот у меня такая история есть из службы в армии, расскажу вам. Служил в воздушно-десантных войсках. Первые дни службы. Возвращаемся с пробежки. Готовимся ко сну, тут забегает прапорщик, говорит: срочная тревога, построение на плацу, срочно, быстро все одеваются, опять выбегают, зима, холод, метель, мы ставим на плацу, выходит прапорщик, держит в руке стул, ставит стул, садится на него и говорит такую фразу: рядовые, давно не был на море, давно не видел море, сейчас все показывают море мне, делают вот такое движение. 120 человек, десантников, показывают прапорщику море. Прапорщик сидит довольный, очень удовлетворенный вид, очень такой задумчивый, мечтательный. Смотрит на нас, точнее на море, довольный. Проходит какое-то время, первые прыжки с парашютом, наша рота прыгает. Все, приземляемся, все хорошо. Приземляемся на огромное, огромнейшее поле, на котором стоит одно дерево сухое, единственное дерево. Все, приземлились, и вот справедливость восторжествовала. 120 человек, десантников, смотрят на это дерево, на котором болтается прапорщик, матерится. Ну, а нам, конечно, тоже было весело. Поэтому вот такая вот история. Ребята, старайтесь быть дома. Желаю всем здоровья. Будьте здоровы. Всем привет.